сегодня мое видео про непентез, который я вот пересаживала. Хочу показать, какой результат у меня. И заодно показать, как я его поливаю. Покажу еще те лозы, которые я обрезала, и что с ними произошло. И как, дали ли они что-нибудь кратенько. Вот эту лозу я обрезала вот здесь. Видите, у меня уже здесь видно образование новых ростков. Уже маленькие такие. Также вот еще третий наклевывается, малепусенький. Но еще дальше не продолжил. Вот отсюда я обрезала его. Это первая лоза. Также это у меня кувшинки, которые уже начинают отмирать, тоже они у меня развились. Это новые кувшинки, которые только-только начинаются. Я немножко его тут засушила, чтобы видео снять вам поливом слегка. Так-то он у меня тут некоторые эти, он отсушил. На некоторые вот хорошо развиваются. Вот уже скоро будет. Вот. И вторая лоза, которую я обрезала, она вот здесь, я ее прямо обрезала. И она вот дала вот такую деточку. Ну, как бы отрос тогда, дала вот такой вот. Он вот потихонечку развивается. Вот, молодец. То есть я скажу, что пересадку он хорошо как бы перенес. Это точно. В принципе, не скажу сказать, что поминает. Ничего я не меняла. То есть как там есть? У меня там керамзит внизу. И вот мой субстрат, который я сделала, изготовила сама. Видео можно посмотреть, что я добавляю. Видите, сухой поддончик у меня тут уже. Вот такая палочка, чтобы проверять землю, рыхлить ее сверху. То есть вот так я его ставлю. Вот так вот ставлю его на любую посудину. Просто я сделала эту прозрачную, взяла кашпо, чтобы вы видели. Вот у меня теплая водичка. То есть это фильтрованное, и с чайника немножко подогрела и сюда добавила, чтобы оно было тепленькое. Как я его поливаю. Вот так я вот поливаю, чтобы оно хорошо промок, вода хорошо спустилась. Я так прям хорошо-хорошо проливаю его. Получается, вот в таком горшке я поливаю один раз в неделю. Вот. Даже по-моему, больше, чем один раз в неделю. Промежуток. Ну, вот смотрю уже сам субстрат как. Тут немножко где дырочки от водички образовались. Делаю сразу. Вот. И вот жду, пока он полностью стекет, чтобы не было никаких образований воды, никакого застоя. И спокойно вешаю на свое место, где он у меня висит. Вот тут у меня вот так он и висит. Мой непентесик. Как вот я его повешала, так он у меня и живет здесь. В принципе, ему комфортно. Если он дает новые кувшинки, то есть тут температура и жарко, и в то же время есть поток свежего воздуха. То есть хорошо так. Ну вот тут полив, можно сказать, завершен. Да? Закончился этот поливчик наш. Вот. Новые такие эти. Мне так нравятся эти кувшинчики все-таки. Не пентесик или кувшинчик, да? Ухоловочка. Но очень красивые такие. Они так развиваются, мне нравятся. То есть, хоть он и там цветов красивых не дает, но сами вот эти кувшиночки. Очень хочу еще какого-нибудь вида тоже с кувшинчиками, но такими маленькими, такие вот небольшие кувшинчики. Все хочу себе тоже не пентесика такого, но это надо заказывать, потому что у нас здесь такого не привезут. И больше я никаких процедур с ним не делаю. Вот хочу показать. Тут у меня дата есть, когда я обрезала лозы. Обрезала я 9 мая 2019 года. Вот.
Вот в такой штучке у меня было. У меня тут их было по две штучки в каждом. Тут у меня их было 6 штук. Из 6 отрезанных ос у меня осталось всего 2. Все остальные благополучно пропали. Испортились. Только всего 2. Вот. Вот такого мху. Пока вот здесь вот корешков я не вижу, чтобы они здесь расползли, и когда они там будут. Вот такой вот уже, видите, отросток уже ползет. Корешков вот тут не наблюдаю никаких, ну, не вижу ничего такого, чтобы он мог. Мох слегка влажный, то есть он не мокрый, ничего. Вот тут маленький вон наклевывается, и вот это вот уже побольше. Уже видно даже образование этих кувшинок. Ну, пока он не образовывает, но все равно. А вот это, которая обрезана вот так, а это вот макушечка. Тут тоже я не вижу ничего такого образования, никаких корешочков, ничего. И вот один. Может быть, стаканчик надо было покупать больше, но стаканчики у меня маленькие. Вот. Так вот стоит пока. Ну вот мои вот такие вот непинтесики, да? Пока вот так все, видите, она уже стекла, да? Чуть-чуть уже совсем. Тут можно его закрывать. Вот, все. И ставить на место. Свое место. Спасибо вам, что вы меня смотрите. Ставьте лайки. Всего вам доброго. Пока-пока-пока-пока.